из письма Марины Цветаевой Никодиму Плуцер-Сорна. Я вас больше не люблю. Ничего не случилось. Жизнь случилась. Я не думаю о вас ни утром просыпаясь, ни ночью засыпая, ни на улице, ни под музыку. Никогда. Если бы вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась с высокомерным умилением и задумалась с любопытством о вас и о ней. Почему я вас больше не люблю? Зная меня, вы не ждете, не знаю. 2 года подряд я мысленно в душе своей таскала вас с собой по всем дорогам, залам, церквам, вагонам. Я не расставалась с вами ни на секунду, считала часы, ждала звонка, лежала как мертвая, если звонка не было. Все как все, и все-таки не все как все. Вижу ваше смуглое лицо над стаканом кофе, в кофейном и табачном дыму. Вы были как бархат. Я говорю о голосе, и как сталь говорю о словах. Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор вас любила, ибо я люблю всегда, до самой последней возможности. Сначала вы приходили в 4 часа, потом в 5, потом в 6, потом в 8, потом совсем перестали. Вы не разлюбили меня, как отрезать. Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни. И я сделала то же, послушалась вас. Как всегда, вы первый забыли, кто я.